Всем доброе утро и большой привет. Я еду к Ане Гэп для того, чтобы мы записали тег. Но я тут оделась, такое в летнее платьице. А тут у нас вот. И он еще идет. Я даже не знаю, здесь, ну, и холодно, и, короче, хорошо, что мы сидим в машине. Я надеюсь, что это дело все пройдет. Самое страшное, сложное, это найти, где же снимать. Конечно. И тушняк. Он сесть хочет, мне кажется. Герман, да, наверное. Потому что он поднимается, пресс качает. Ты по углю пошла, да? По углю. И ищем место, где бы нам приземлиться и снять видео. Но пока что мы носимся и ищем наших собак. Вот Декстер. Вот Ника. И Аня пытается там Тиму усадить в коляску, которая не любит ее. Да? Получилось? Какая физическая нагрузка? 10,5 килограмма на одной руке. Так, мы тут готовимся. Сейчас будем все снимать. Все, мы с Аней отстрелялись. Теперь у них обеденный перерыв. Да? Тим кушает. Наконец-то кушает. Собаки ненормальные бегают. Сегодня их две. А мы пока можем отдышаться. А мы можем поговорить. Пока все заняты делом, да. Так, там разговариваем по так, у нас только, да. Да, малыш? Ты что, загорел такой, смотри на себя. Я смотрю, у матьки тоже загар начал появляться. Да? Угу. Солнце вылезло. Ну, мы ходим по чуть-чуть гулять. На солнце-то, конечно, редко. Ника, травку ешь? Я поняла. Ты меня оценил, банан? Холодный. Ой, на себя выдавливать, как здорово, как весело. Тихо, стоять. Стоп. Пам-пам-пам-пам-пам. Пит-стоп. Это типа отобрала, да? Кто там? 100 грамм. Декстер, ко мне. Та-та-та-та. Колесики тут так и играем мы. Стоим, играем. Детка. Раз, два. Раз, два. Что такое? Как смешно. Раз, два. А вообще вот как должен выглядеть блогер. Бьюти-блогер слэш мама. Вот я иду в джинсах, в кедах, с собакой. Где собака-то моя? Собакой. Вот. А иду я на почту, чтобы получить посылку со скрабами. Чудо-скрабами от Маши Бешко. Маш, если они не будут работать, я тебя побью. Вот я уже распаковала свои чудо-скрабики. Три разных сразу. Точнее, я купила два, и Маша мне положила один в подарок. Даже инструкция есть. Все круто-круто, буду пользоваться, теперь мазюкаться. И потом с вами поделюсь обязательно результатом. Точнее, не с результатом, а расскажу, как он мне. Но пахнет, даже сейчас я ощущаю аромат, хоть пачка еще не открыта, через некоторые либо меня глючит. А, да, вот. Вот здесь я чувствую. Ну, кокос, понятное дело, что я его чувствую. Короче, я пошла мазаться. Главное теперь не перебарщивать. Маша, спасибо большое. Дел к ночи. Пятница, мы сплавили нашего маленького, бабушки с дедушкой, да, такие довольные, да, и идем на день рождения к нашему знакомому, не знаю, другу, как сказать, вот, вот вам вечерняя Москва с пробками. Ты что молчишь вообще? Я же не видеоблогерша. Ты видеоблогерша, самая настоящая. Каково оно, Аркаш? Что? Все. Я устал. Я ухожу. Молодец. Пойдем ловить машину. Побежали. Нет, стрёмно нахрен. Побежали. Страх какой. Мать, там до неё как до луны. Хотите познакомить вас со звездой Рутюба? Рутюба. Нате. Я стесняюсь видеокамеры. Да, ты просто краснеешь, да, когда ее видишь? Сняю внимание и боюсь своей славой, так сказать.
твою затмить, и ты на меня разозлишься. Да, ты станешь более популярной, да. Я буду самой популярной блогершей Ютуба, Рутюба. Блогерша, главная пометочка. Блогерша, конечно. Бьюти-блогерша. Бьюти-блогерша, это вряд ли. А чё, ты меня уже раскрашивал, умеешь стрелочки делать? Нет, это не моя. А чё, твоя? Я могу делать ставки. Мне ставки не интересны. Ну, кому как. Может быть, девочки хотят заработать деньги. Я буду говорить, как обращайтесь это сделать. К нему, как это сделать. Точно. Короче, мы поехали на день рождения, хватит трепаться. Всех целуем. Целуешь? Блин, оно вообще красивое. Очень большое. Чувствуешь себя букашкой рядом. Так, мы на Старом Арбате. Идем в Hard Rock Cafe. Арба, мой арба. Шапки, сувениры. Я помню здесь. Ой, мы пришли в Hard Rock Cafe. Ой, как-то очень приличненько. Да, нет. Что? Да, нет. Да, нет. Видишь, как гитарно потолку? Прикольно, он большой, я не знала. Он огромный. Это же Hard Rock Cafe. Ну давай. Антуражненько. Тут вот гитару вот так. Все, муж сердится. Да, я иду по дороге. Заходи. Саксон Парк. Так, Даша, принесли вкусные яйца Бенедикта. Очень красивые тарелочки. Приятного аппетита. Благодарю. А я жду, да? Свое. Мне сырнички должны принести. Ты мой маленький сок. Фу. Мы приехали на дачу. Точнее, я приехала. Муж остался в Москве. У нас такое тут все зеленое, смотрите. Лужайки все такие зелененькие уже. Вот. И мы сейчас идем с Германом. Ну, может быть, где-нибудь поползать. Если получится. Вот и мы тут. Чап-чап-чап-чап-чап-чап. Идем с Германом искать полянку, где бы нам прилезть, да? Все как красно, только проснулся. Мне кажется, вот здесь тебе будет хорошо, Герман. Мы ботиночки надели. Сейчас будем тараканить. Оп. 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 Как ты аккуратно между кустиков-то ползешь. Да, Герашка? Да. Топ, топ, он за Никой, который носится. Да. Пойдем сейчас кушать вкусный шашлык. Куда же без этого? На гриле. О, люблю вот эти летние деньки, потому что всегда ешь шашлык. Пошла я за малым, только пополз у меня. Одуванчик. 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 Герка и одуванчик. Да. Ника ест одуванчики, а Гера срывает одуванчики. Одуванчики. Фу-фу-фу. Вкуснота. Французы называют это измена семье. Да, конечно.
Ну что, уложила Германа спать. Буду ложиться тоже. Выспаться нужно. Всем большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравился влог. И я буду продолжать их снимать дальше. И до новых встреч. Всем пока. Спокойной ночи, кто спать. Drink some margaritas by swinging blue lights.